Привет, Снусмумрик. Ты вернулся? Как видишь! Смотри, что я нашел! Ух ты! Дай-ка примерить! Ой! Сползает! Жалко! Все равно она тебе не идет! Давай лучше бросать в нее снежки! Кто из нас самый меткий? Давай! Ничья! Ура! О, а чем это так пахнет? Это мама проснулась и печет блинчики. Скорей на кухню! Тучки. Откуда они тут? Странные они какие-то. Должны летать в небе, а лежат на земле. Зато мягкие и теплые. Давай устроим рыцарский турнир. Кто первый упадет, тот проиграл. А вот ты первый упадешь. Нет. О, салют, Хемут. Какой там салют? У меня горе. Что стряслось? Вы не поймете. Ну ты расскажи, а мы что-нибудь придумаем. Я собрал самую полную коллекцию марок. У меня есть все марки мира. Так в чем же дело? Радуйся! Я же говорил, вы не поймете. Я, кажется, понимаю. Собирать гораздо интереснее, чем иметь. Вот-вот. Моя жизнь потеряла смысл. Ну, тогда начни собирать пуговицы. Нет! Пуговицы собирает мой троюродный братец. А я его терпеть не могу. Ну, погоди горевать. Спросим у мамы. Мама! Мама! Ох, Снусмумрик, доброе утро! Доброе утро! Как поживаешь? Здравствуй, Хемуль. А ты как поживаешь? Плохо поживаю. Мам, придумай, что Хемулю собирать. По-моему, самое красивое – это цветы. А ведь это мысль. Я соберу
лучший в мире гербарий. Только тебе придется подождать до весны. Ничего, поищу пока под снегом. А все, что найду, буду складывать в эту шляпу. Мам, а ты что будешь делать? А я пойду варить кофе. Так что далеко не уходите. Сюда, давай. Давай сюда. Что-то готов, Слят. Как, Сла, по-твоему, к ним можно войти, Сла? А вдруг кто-нибудь выйдет и раскричит, Сла? Кофе готов! Я же говорил. Ой, чемодан. Видно, у нас гости. Придется попросить у соседей раскладушку. Здесь вас, Лядков, Сла. О, кто-то идет, Сла. Эй, вы кто такие? А ты, Сла, кто, Сла? Я Хемуль, живу у мумитролей. А мы Топ, Сла, и Вив, Сла. Тоже, Сла, будем здесь жить, Сла. Здесь пахнет вкусно. Давай лучше играть в диких обезьян. Вот, смотри, Хемуль идет. Давай его запугаем. Что за глупые шутки? Куда вы подевали мой будущий гербарий? Я муми-маме все про вас расскажу. Ну и ябеда. Ябеда, корябеда. О, какая прелесть. Целый лес. Мам, а давай ты как будто заблудилась, а мы тебя нашли и сделали королевой диких обезьян. Тогда я повелеваю разыскать Хемуля и помириться с ним. Будет исполнено, Ваше Величество! Thank you.
Но наконец-то в этом сумасшедшем доме стало тихо. Приличному Хемлю можно отдохнуть. Так. Уползло в шляпу. И там исчезло. И очки мои умыкнуло. Ах, нет, они тут. Ой, пойду почитаю энциклопедию, чтобы успокоиться. Я понял. Все дело в шляпе. Помнишь? Джунгли и тучки. Так она волшебная. Ну да. Вот это да! Только не говори маме. Она ни за что не разрешит ее оставить. Лучше я ее спрячу. Да, мне пора. Я хочу с тобой. Тебе нельзя, у тебя мама. А я должен сыграть Морре на гармошке. А кто такая Морра? Она огромная, серая и такая холодная, что под ней замерзает земля. От нее... Все прячутся. А ты ее не боишься? Нет, она не страшная. Просто ее никто не любит. А почему? Потому что она тоже никого не любит. Ей ужасно тоскливо. Понятно. А когда ты вернешься? Весной. Ну, не скучай. И храни наш секрет. Ага. Пока! Развеселисла, если чмоксла, тослу, в нослу, и вивслу. Мы решили
чемодан, Зла. Смотри, Зла. Иди, Зла. Нравится, Зла? Да. Больше не будешь реветь, Зла. Нет. Спасибо. Ну смотри, Зла, не реви, Зла. Совсем немножко. Но с Мумрик ушел. Ой, ну ничего. Он обязательно вернется. А мы с тобой пойдем в лес собирать рябину. Будет варенье к блинчикам. А куда мы будем ее складывать? А принеси-ка шляпу, в которую Хемуль собирал растения. Туда нельзя! Почему? Это секрет. Но тебе я скажу, она волшебная! Правда? В ней все превращается неизвестно во что! Но ведь это опасно! Не волнуйся, я ее хорошо спрятал! Послушайте! Послушайте! Я прочитал в сказочной энциклопедии про волшебника, который умеет летать. Он собирает драгоценные камни. В его коллекции не хватает только короля рубинов. Он искал его на всех планетах и до сих пор не нашел. И еще он потерял свою шляпу. Боже мой, а вдруг это та самая шляпа? А у Товслы и Вивслы в чемодане огромный рубин. Ой, все это не к добру. Ой, караулсла! Караулсла! Спасите Товслу! И Вивслу! Ой, море идет, Зла! Спасите нас, Зла! Спасите нас, Зла! О, Мара, это Мора! Отдайте мой чемодан! Это наш, Зла! Чемодан, Зла! А то, что внутри, мое! Тогда Товсла и Вивсла должны отдать море то, что внутри, а чемодан оставить себе. Ни за что, Зла! Это для нас, Зла, самое прекрасное! А для меня самое драгоценное! Мам, и что делать? Мора! Хочешь целую гору драгоценностей? Хочу. Мумитроль, принеси шляпу. О, мама, да ты гений! О, Мора, смотри. Представляешь, что будет, если опустить сюда тыкву? Вау!
Слава Богу! Я боялась, что получится какая-нибудь гадость. Ой, фу, спасибо, Сла. Вы нас спасли, Сла. Мы пошли спать, Сла. Ой, спокойной всем ночи. Эмуль, спокойной ночи. А, если она будет спокойной в этом доме. Ох, конюшки. Ой, ну куда же она подевалась? Ой, что я теперь буду делать? Мам, а что ты ищешь? Пропала моя сумка, а я без нее, как без рук. Что в ней было? Ну, там сухие чулки, карамельки, порошки от желудка и все такое прочее. Хемуль! Хемуль! Что? Что опять случилось? Ты не видел мамину сумку? Нет. А что будет тому, кто ее найдет? Я устроил для вас пир горой. И сегодня вечером можно будет не чистить зубы. А, тогда у меня идея. Дать объявление в газету. О, пропала сумка муми мамы. Нашедшего ждет награда. Пир горой. Помогите найти сумку муми мамы. Сумка муми мамы. Награда пир горой. Очень срочно нужно найти сумку муми мамы. Пир горой. Мы все перерыли. Ее нигде нет. Ой, и как же я теперь без нее? Мам, не огорчайся. Весной на ярмарке мы купим тебе новую сумку. Еще лучше! Спасибо, сынок. Но до весны еще так далеко. Ой, а что, Сла, все ищут? Да мою сумку. Что же еще? Красную? Да. С двумя карманцами? Да. Вот она. В ее карманцах так хорошо было спать. Боже мой, как я рада. Хемуль, Мумитрой, готовьте праздничный стол в честь Тослы и Вивслы. А я пойду печь оладьи. Товслы, Вивслы, мы искали, а пир для них. Сесла, к нам так добрысла. А давай их порадуем, Сла. Давай, Сла. Thank you.
сейчас-ла будет сюрприз-ла. Смотрите, все-сла, раз-ла, два-сла, три-сла. Это волшебник из сказочной энциклопедии. Он прилетел забрать рубин. Прячь-ла, прячь-ла, скорей-сла, рубин-сла. Где вы нашли короля рубинов? Нет, твое дело, сла! Я искал его 300 лет! О нем и только о нем все мои помыслы! Наши тоже, сла! Ты не имеешь права забирать у них рубин! Он куплен в честном торге у Моры! Дайте мне чем-нибудь подкрепиться! Мои нервы вот-вот сдадут. Это оладьи с вареньем. Угощайтесь, пожалуйста. Вкусно? Да, спасибо. Последний раз я ел оладьи 85 лет тому назад. Какой ужас! Берите еще. Насла! Спасибо! Дяденька-волшебник, а вы забрали у Моры свою шляпу? Она сама мне ее отдала. Представляете, кто-то подарил ей губную гармошку. Мам, это Снасмурик! Она играет целыми днями, и больше ей ничего не нужно. Ой, а можно я возьму еще? Конечно. Кушайте на здоровье. О, кто ест-ла оладьи-сла, того не надо бояться. Вы очень добры. Поэтому я вам немножко поколдую. Загадывайте желания! А можно мне? Сделайте одолжение. Пусть Муми-тролль больше не тоскует по Снусмумрику. Алуансен, Оливан, Най! Ой, спасибо, дяденька-волшебник! А теперь пусть этот стол с угощением улетит к Снусмумрику! Алуансен, Оливан, Най! Ух ты! Вот это да! О! А вам что угодно? Я прочитал в газете, что наступает Новый год! Пусть у нас будет елка. Алуансен, Оливан, Най! Ой, какая красота! О себе, сла, ты ничего не задумала? Я не могу колдовать для себя, только для других. Тогда, сла, пусть у тебя, сла, будет такой же рубин, сла,
как у насла. Росла, двасла, трисла. Ищи под ёлксла. Теперь ты счастлив сла? Еще бы, королева рубина. А я хочу, чтобы на елке загорелись огоньки сла. Это надо всем вместе. Раз, два, три. Елочка, гори. Раз, два, три. Елочка, гори. Раз, два, три. Елочка, гори. Эй!